Данный обелиск был, скажем так, обнаружен в стенах штаба армии 10-й нашей ПВО, и руководством университета было принято решение его отреставрировать и разместить его в стенах Североамерического федерального университета. Данное мероприятие сегодня мы открытие этого обелиска проводим в рамках 90-летия высшего образования на русском севере, который мы в этом году отмечаем. И очень отрадно, что именно в нашей области есть общественная награда «Достояние Севера». И мы очень гордимся, что дважды Северный Арктический федеральный университет становился дипломантом этого конкурса, были победителями в 2003 году в номинации «Наука и инновационные технологии». Это Архангельский государственный технический университет, ректор Олег Михайлович Соколов. И в 2014 году в номинации «Предприятия непроизводственной сферы» Северный Арктический федеральный университет ректора Ирина Владимировна Кудряшова. Мы надеемся, что значимость этой награды будет всегда очень высокой, как это и есть в настоящее время. Действительно, это достойнейшие из достойнейших людей, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Архангельской области, в процветание нашей области. И поскольку это общественная награда, как правило, для всех она является очень существенной, очень значимой. Я даже слышала такое мнение, мы ценим эту награду выше, чем некоторые ведомственные награды. Это действительно так. Поэтому спасибо, что есть у нас такая премия, что оргкомитет очень плодотворно работает в этом направлении. И мы также надеемся на наше взаимное сотрудничество и в этой сфере, уважаемые коллеги, с вами. Еще один.